Визжите вместе с нами! Бип Хаус победили в номинации «Любимый дом блогеров» на Nickelodeon Kids Choice Awards 2021. Нам очень приятно держать этот дирижаблик в своих руках. Ребята, спасибо большое, что вы за нас голосовали. Боролись они, кстати, с такими российскими домами, как Dream Team, XO Team и Super House.ru. На самом деле, когда нас номинировали, мы уже были на седьмом небе от счастья, но когда мы смотрели прямую трансляцию и объявили Бип Хаус, для нас это был шок. Быть победителем на канале нашего детства – это большая честь для нас. А мы напомним, первый казахстанский TikTok House открылся в июле прошлого года и уже смог обогнать Russian тиктокеров по количеству подписчиков – больше 12 миллионов. Когда у Dream Team около 10, у первооткрывателя XO больше 5, а у Super House около 4 лямов. Это доказывает, что фолловеры Бипа просто монстры. В первую очередь хотелось бы выразить огромнейшую благодарность нашей любимой аудитории. Без вас, ребята, эта премия не значила бы ничего. Мы от души поздравляем ребят и желаем не выбираться из реков ТикТока. Спасибо всем, кто за нас голосовал. Ребят, вы лучшие! Алла!